В 20 регионах Казахстана функционируют центры охраны плода. Все силы специалистов направлены на заботу о состоянии матери и ребенка, чтобы при необходимости на ранней стадии обнаружить патологию. Об этом говорили сегодня во время Международного конгресса специалистов перинатальной медицины. Эксперты обсуждали современные методы диагностики и лечения детских врожденных патологий. В форуме приняли участие специалисты из 8 стран мира и 20 городов Казахстана. А на медицинской выставке можно было увидеть новинки медицинской отрасли. Впервые на одной площадке мы собрали врачей-генетиков, врачей ультразвуковой диагностики, акушер-гинекологов для того, чтобы решить одну большую проблему – это снижение младенческой смертности, инвалидизации и внедрение современных методов на пренатальном уровне. На сегодняшний день, как мы уже знаем, высокие показатели рождения детей с хромосомной патологией. И вот этот данный конгресс позволит нам решить общие проблемы, что мы должны делать, как мы должны делать.